Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив первого автобусного парка. Автобус следует по маршруту номер 1 до конечной остановки платформа Каланчевская. Маршрут не оборудован автоматизированной системой контроля проезда, но посадка производится через переднюю дверь. Оплата у водителя. Для выхода заранее подайте сигнал кнопкой звонка. Следующая остановка Дружбы народов. Остановка Дружбы народов. Для открытия, для выхода нажмите на кнопку. Следующая остановка Центральный переулок. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, оплачивайте проезд сразу при заходе в автобус. В салоне автобуса не забывайте свои вещи. А вечера остальных другими пассажирами, не трогай их, сообщайте водителю. Остановка Центральный переулок. Для открытия дверей подайте кнопку звонка. Следующая остановка Офисная улица. Остановка Офисная улица. Для открытия дверей нажмите на кнопку. Следующая остановка Гостиница Труд. Уважаемые пассажиры, будьте вежливы, уступайте места пожилым людям и пассажирам с детьми. Остановка Гостиница Труд. Для открытия дверей нажмите на кнопку. Следующая остановка – платформа Каланчевская. Конечная. Остановка платформа Каланчевская. Конечная. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив первого автобусного парка. Автобус следует по маршруту номер 1 до конечной остановки Волейбольное поле. Уважаемые пассажиры, автобус не оборудован автоматизированной системой контроля проезда или кондуктором. Посадка производится через переднюю дверь. Оплата у водителя. Для выхода нажмите на кнопку, подав сигнал. Просим вас об остановках сообщать заранее.
Следующая остановка. Гостиница Труд. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, оплачивайте проезд вовремя. Не задерживайтесь на передней площадке. При входе сразу же оплатите проезд. Остановка гостиница Труд. Следующая остановка офисная улица. Офисная улица. Для открытия дверей нажмите на кнопку. Следующая остановка – центральный переулок. Остановка «Центральный переулок». Для открытия дверей нажмите на кнопку. Следующая остановка «Дружбы народов». Остановка «Улица Дружбы народов». Для открытия дверей нажмите на кнопку. Следующая остановка. Волейбольное поле. Конечная. Остановка волейбольное поле. Конечная. Следующая остановка автобусный парк. Остановка автобусный парк. Уважаемые пассажиры, автобус прибыл на конечную остановку. При выходе из салона просим вас не забывать личные вещи. При обнаружении чужих вещей, оставленных без присмотра, не трогая их, незамедлительно сообщите об этом водителю автобуса. Желаем вам всего доброго. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив первого автобусного парка. Автобус следует по маршруту номер 1 до конечной остановки платформа Каланчевская.
Автобус оборудован... не оборудован автоматизированной системой контроля проезда, но посадка производится через переднюю дверь. Оплата проезда у водителя. Следующая остановка. Дружба народов. Осторожно, двери закрываются. Остановка платформа Казанчевская. Уважаемые пассажиры, для выхода нажмите двери. Нажмите кнопку звонка для...